Завершился один из матчей 1/8 стадии плей-офф финального турнира первенства России по баскетболу среди команд девушек 2001 года рождения. Сборная Республики Коми уступила первой команде из Московской области 51 очко. Евгений Ершов продолжит. В предыдущих трех играх баскетболистки из Коми явно буксовали. Соперники по групповому этапу подопечным Юлии Рожко оказались не по зубам. Поэтому с победителем соседней группы Московской областью на наших вряд ли поставил бы даже самый отъявленный оптимист. С первых минут гости повели себя по-хозяйски, вышли вперед и стали наращивать преимущество. Наши в атаке снова много мазали. В защите играли позиционно и не безуспешно. Во второй четверти соперницам они позволили набрать всего 10 очков. Честно, наверное, я очень сомневаюсь, что чудо случится. А плюс в том, что желание есть. Но, к сожалению, реализация бросков очень такая слабая. Процент попадания небольшой и очень много ошибок. Понятно, что чудо так и не случилось. Лишь в последней 10-минутке игра нашей сборной показала, какой серьезный потенциал есть у команды. Наибольшее количество подборов и перехватов мяча девушки в фиолетовом набрали именно в этой четверти. Но красно-белые уже были далеко впереди. В итоге 78-27. Мы уходим в нижнюю сетку. Команда Видного, с которой мы сегодня играли, это фаворит, претендент, скажем так, на первое место, на чемпионство. Поэтому ставились другие задачи. Не выиграть, а отработать свои схемы взаимодействия. Мы готовимся к следующему этапу соревнований. Следующая игра уже послезавтра и снова на выбывание. Впрочем, теперь команды будут попроще. Играть на равных с ними нашим девочкам вполне по силам. Попадание в десятку по-прежнему цель номер один. Евгений Ершов, Софья Бессонова, Василий Янин, телеканал «Юрган», Сыктывкар.